Мне кажется, в этих пакетиках будут школьные принадлежности. Давай посмотрим. И здесь у нас вот такой милый стаканчик с карандашами и линейкой. Поставим его на парту. Посмотрим, что будет в этом пакетике, самом маленьком. И здесь для нашей уточки тетрадь. Какая милая, тоже с уточкой. Приклеим вот сюда. И еще один розовый пакетик. Здесь у нас для уточки вот такой пенал. У моей утки вся канцелярия с утками. Ты же любишь канцелярию с пандами? Конечно, она самая милая. Вот и уточка любит канцелярию с утками. Вот такая комната с партой у нас получилась. А теперь давай откроем эти пакетики и посмотрим, вещи для каких комнат в них находятся. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь вот такой телефон, специально для уточки Лалафан. Маша, это не телефон, это утяфон. Да? Ну, пусть будет так. Думаю, им она может пользоваться вот здесь, сидя в мягком кресле. Это очень круто! А теперь давай посмотрим, что же здесь осталось. Конечно, посмотрим. А здесь повязка с бантиком. Маша, я знаю, этот бантик подойдет под уточкин халат. Точно, ластик. У нашей уточки есть вот такой халатик, а к нему вот такие тапочки. Надевай. Вот такой у моей уточки комплект, который она может надевать после душа. Да, ластик. А теперь давай продолжим открывать наши сюрпризы. Маша, я хочу утя сквиш. Хорошо, откроем вот этот пакетик Лалафан сквиш. А в нем вот такая уточка антистресс в арбузном костюмчике. Ой, какой милый костюмчик. И бантик, и комбинезон, и даже сумочка в виде арбуза. Вот такая милая уточка антистресс. Маша, сделай мне еще один утя-сквиш. Или два. А лучше много-много уточек в разных костюмах. Хорошо, ластик, обязательно сделаю. А теперь давай продолжим нашу распаковку. Конечно, давай продолжим. Только сначала задание с подарком. Номер 6. А здесь такое задание. Расскажи стишок про елку. Стишок про елку? Это я легко. Могу даже про новогоднюю. Хочешь? Ну, давай про новогоднюю. Шарики повесили, стали в хоровод. Улетела весело елка в небосвод. Это и все? Ага. Ластик, какие-то стихи у тебя короткие. Зато веселые. Давай мой подарок. Хорошо, посмотрим, что сегодня тебе попадется. И здесь снова пакетик со скрепышами. Вот и хорошо. Скоро я соберу целую коллекцию. Открывай. Здесь у нас вот такой скрепыш. Ух ты, я знаю. Это руколицошить. Такой был в настоящей коллекции. Ага, только другого цвета. Этот тоже пойдет. Как раз под цвет утки. Точно, это какой-то скрепыш для уточек Лалафан. Давай его в мою коллекцию странных скрепышей. А теперь продолжим распаковку.